Друзья, всем здравствуйте! Продолжаем тему маффинов. Такие маффинные истории немножко, да. Маффины у нас сегодня с маковой начинкой, так скажем, или, в общем, добавлен мак и яблочки по центру. Почему так? Наверное, потому что сейчас созревают яблоки, и это такое изобилие природное. Это очень хорошо. Ну и положила пакетик Altai Mountains. Это чай, Алтайские горы. Он у нас черный, тмин и дягель. Очень интересный вкус. Вот. И как раз вот сейчас пила, пробовала маффин и пила этот чай. Очень приятное такое и ощущение, и сочетание. Как раз яблочко дает. Я не очень сильно много кладу сахара в выпечку. А яблочки такие сладкие, сладкий вкус дает. И очень приятный. Немножко кислинки, немножко сластинки. И вот так вот. Доброе утро всем. Экспериментируйте, вдохновляйтесь и подключайтесь к нашему сообществу. Контакты будут внизу под видео. Благодарю за просмотр. Пока-пока, до новых встреч.